Библия — это модель хорошего учения. В ней есть различные принципы учений. Один, заслуживающий особого внимания, заключается в том, чтобы привести людей от известного к неизвестному. Никогда не начинаешь с неизвестного, но всегда с известного, и от него следуешь к неизвестному. Один из способов, как Библия осуществляет это, она берет простой, известный, ежедневный опыт и деятельность, и дает им духовное применение. Есть разнообразные примеры. Библия приводит пример сеятеля, сеющего семя, рыбака, ловящего рыбу, солдата, одевающего свое снаряжение, и в другого рода контексте она говорит о невесте, готовящейся к свадьбе. Это лишь несколько примеров данного принципа. Но особенная и известная деятельность, которой я хочу уделить отдельное внимание, приводится в примере строительства здания. И это пример, думаю, как пример христианской жизни, приводится столько раз, сколько и все остальные в Библии. Поэтому мы обратимся сначала к посланию Иуды, стихам 20 и 21. Это слово «увещевание для нас с вами», как верующих. Написано «А вы, возлюбленные, назидая себя в святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Писание говорит нам назидаться в святейшей нашей вере. Это один из вариантов, как метафора о строительстве, она применяется тут. Мы ответственны за свое назидание. И далее в послании Ефесянам 2 главе, 21 и 22 стихах, говорится о святом храме Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Здесь говорится о коллективном христианском сообществе, которое нам предстоит построить вместе в духе Святом, и где будет жить Сам Бог. В первом послании Петра, второй главе, стихах четвертом и пятом, где говорится об Иисусе как о живом камне, Петр говорит следующее приступая к нему, к камню живому, с человеками отверженному, но Богом избранным, драгоценным, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. А в этом месте каждый из нас сравнивается с живым камнем, который встроен вместе в святой храм, который займет Господь. И еще один заключительный пример из книги Деяний 20 главы. Прощание Павла со старейшинами Ефесом, которые были им особо возлюблены. Потому что именно в Ефесе его служение имело самое большое влияние нежели чем где-либо. В своей речи Павел прощается с ними и сообщает, что больше они уже не увидятся в этой жизни. Это была очень трогательная для всех ситуация. И последняя вещь, которую он хотел оставить им, изложена в 32 стихе 20 главы Деяния. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, «могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Павел излагает главный метод или прием, который помогает нам назидаться. Это слово Божьей благодати, Библия. И он говорит, что она может назидать нас и дать нам наследие среди тех, кто отделен для Иисуса Христа верой в Него. Скажу вам, что я не строитель, но знаю одну вещь. В любом прочном здании, построенном из кирпича, камня или бетона, или даже из древесины, жизненно важной областью является основание. И Библия особо рассматривает эту тему. Она является для всех нас темой великой важности. Нам необходимо иметь правильное основание. Основание или фундамент устанавливает пределы или ограничения для здания, которые можно на нем построить. Оно обозначает и размер, и вес. Фундамент дает предельные значения. Это есть правда и в христианской жизни. Невозможно построить более успешную христианскую жизнь, чем позволит вам это сделать ваше основание. Это жизненно важный вопрос, каким является ваше основание. Положили ли вы правильный фундамент в свою жизнь? Теперь есть только одно основание, которое отвечает требованиям достаточным. Оно полностью обосновано и является личностью, имя которой Иисус Христос. Павел пишет верующим в Коринфе, в первом послании, третьей главе, используя две метафоры. Он применяет сначала сельскохозяйственную метафору, а потом переходит к строительной метафоре. В девятом стихе сказано им, «Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья Нива». Это сельскохозяйственная метафора, Божие строение. Это уже строительная метафора. И далее он продолжает в том же духе. Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель. На греческом это слово звучит как архитектор. Положил основание а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенных, которое есть Иисус Христос. Павел говорит, что есть лишь одно основание для христианской жизни. Это сам Иисус. Все, что построено не на этом основании, не сможет пройти испытание времени. Очень важно для каждого из нас оценить, на чем построена наша жизнь. Истинно ли мы основаны на Господе Иисусе Христе? Есть ли у нас личные взаимоотношения и личное познание Иисуса Христа, которое дает нам способность иметь с Ним личный контакт. Вопрос закладывания такого основания в Иисусе чрезвычайно важен для нас. Мне хочется потратить некоторое время, чтобы разобраться с тем, как мы можем положить нужное основание. Основание Иисуса Христа. Я предлагаю каждому из вас оценить вашу жизнь, ваше духовное состояние и духовный опыт. Проверить, в правильном ли вы состоянии в отношении вашего основания. И потому предлагаю вам открыть Евангелие от Матфея, 16 главу для основ учения. С 13 стиха и далее Иисус говорит Своим ученикам, «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали Ему, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Далее он говорит очень личные слова. «А за кого вы почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это был решающий момент в жизни Петра и во всей христианской истории. «Ты Христос, Мессия, ты Сын Живого Бога». Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Сын, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли а а тебе это, но Отец, сущий на небесах. И я говорю тебе, Ты, Петр, и на своем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Итак, Иисус использует данную встречу с Петром, чтобы объявить то, как мы можем положить основание в самом Иисусе Христе. Прежде всего, я хочу прокомментировать некоторые использованные слова. В 18 стихе Иисус говорит «Ты, Петр». На греческом это звучит как «петрос». И на камне этом, на греческом «петра», я построю церковь мою. Очень часто предполагают, что Петр был основанием церкви. Я должен заметить, что если бы это было правдой, то такое здание было бы очень шатким. Так как немногим позднее Иисус сделал ему выговор, сказав, «Отойди от меня, сатан». Еще позднее он трижды отрекся от Господа, и даже после воскресения Павел упрекал его в том, что он шел на компромисс с истиной из-за страха перед евреями. Поэтому я очень благодарен, что церковь построена не на Петре и не на мне. То, что всплывает на самом деле из данного отрывка, и оно очень ясно на греческом языке Нового Завета, который у нас есть ты Петр, Петрос, и на камне Сем, Петра, я построю церковь мою. Слово Петрос с греческого языка переводится как небольшой камень. Обычно это камень, который люди использовали, чтобы побить кого-то камнями. С другой стороны, Петра обозначает острый камень, который взят из скалистого основания. Он часто используется на утесах или такого рода минеральных отложениях, но важная вещь, которую нужно помнить, он является частью скалы. Что такое скалистое основание? То, через что проходил Петр? Признание Иисуса тем, кто Он есть, открытое Духом Святым, никто не может узнать, кто такой Иисус на самом деле пока Бог Отец не откроет этого Духом Святым. И это есть Петра, скалистое основание, на котором должна быть основана наша вера. Наша личная встреча с Иисусом и наше личное откровение о нем не как с Сыном плотника, не как с исторической фигурой, но как с несотворенным вечным Сыном Божьим. А вот направление нашего пути, если мы хотим быть построенными на этом камне, опыт, через который прошел Петр, должен быть параллельным в нашем опыте. Я много раз говорил людям, что они могут присоединиться к церкви, могут проходить через религиозные церемонии, могут произнести молитву и оставаться при этом неизмененными. Но если вы на самом деле пришли к Иисусу, то будете точно изменены. Никто, встретившись с Иисусом, не остается прежним. Каждый из нас должен спросить себя, была ли у него личная, изменяющая жизнь, встреча с Господом Иисусом Христом. Я бы хотел предложить вам на рассмотрение четыре фазы, через которые прошел Петр в своей встрече с Иисусом. Прежде всего, это было столкновение. Иисус и Петр встретились лицом к лицу, не было ни посредника, ни священника, никого между ними. Это была откровенная, личная встреча. Именно через это нам нужно пройти. Иисус сказал про себя, «Я есть дверь, если кто войдет через нее, спасется». Есть лишь один путь в Царство Божие, и это через дверь. Дверь — это не церковь, не доктрина, это Иисус. Я есть дверь. Во-вторых, столкновение преследовало Откровение. Откровение, основательно подкрепленное Богом Отцом через самого Святого Духа. Иисус сказал, что плоть и кровь не могли открыть ему это. Невозможно получить его естественными чувствами. Должно быть откровение. И снова это необходимо. Никто не может узнать Иисуса, каков он истинно есть, как вечный Божий Сын, без личного откровения. Можно изучать теологию посещать библейский колледж, можно даже стать служителем, но без личного откровения от Иисуса. Вы не узнаете его. Такое откровение приходит от Бога Отца через Иисуса Христа, Сына Божьего. Позвольте задать вам вопрос, на который не нужно отвечать. Был ли у вас опыт такой личной встречи с Иисусом? У меня был. Более чем 50 лет назад, посреди ночи, я встретил Иисуса, когда я участвовал во Второй мировой войне, и у меня не было никакого доктринального знания, евангельского языка. Я не мог назвать себя спасенным или рожденным свыше. Все это я узнал позже. Но я хочу вам сказать, что я был изменен тогда радикально, на постоянной основе и изменен полностью. Я был сделан совершенным. На самом деле, позвольте признать, что я до сих пор несовершен, но я был изменен в лучшую сторону. Далее должна быть признательность за то, что Святой Дух нам показывает. Мы должны сказать «Да, я верю, я принимаю». Мы должны дать какой-то ответ. Не автоматический. Он требует того, чтобы что-то происходило в нас. И в-четвертых, должно быть публичное признание нашей веры в Иисуса Христа. Именно к этому Иисус подвел Петра. «Ты Христос, ты Мессия». Он сделал это публично. Люди говорят о тайных верующих. Я признаю, что есть тайные верующие, особенно в тех странах, где, признав себя верующим, вы обречете себя на смерть. Но я не верю, что кто-то может постоянно оставаться тайным верующим. Позвольте мне прочитать вам то, что Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 10 главе, 32 и 33 стихах. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и я перед Отцом Моим Небесным». Иисус в характерном для Себя поведении — предлагает нам сделать не один из трех выборов, а один из двух. Либо мы признаем, либо отрицаем его. Если вы не исповедуете его в подходящей ситуации, вы на самом деле отрекаетесь от него. Поэтому каждому из нас придется оказаться в ситуации, когда мы открыто признаемся в своей вере в Господа Иисуса Христа. И это решающий момент для многих. Я обнаружил в армии, что после того, как уверовал, лучшее, что я мог сделать, это поведать каждому новому человеку, которого я встретил, о том, на чем я стою. Когда вам никогда не придется возвращаться обратно, чтобы извиняться за то, что при первой встрече вы не рассказали о своей вере. Я совершил то, что не являлось религиозным действием. И каждую ночь, где бы я ни находился, я склонялся на колени у кровати и молился. И мое поведение показывало всем, какой личностью я являлся. И мне было гораздо проще. Я видел других христиан, которые просто лили воду и не говорили прямо, кем они являлись и во что верили. И им было гораздо труднее возвращаться к этой теме после. Поэтому я бы посоветовал вам, если вам не приходится стоять на углу улицы и проповедовать вам не нужно быть проповедником. Вы можете быть студентом, домохозяйкой, где бы вы ни были. Дайте людям знать, что вы верите в Иисуса, Божьего Сына. Позвольте зачитать вам подряд эти четыре последовательные фазы данной встречи. Они настолько фундаментальны, потому что таким образом мы кладем основания Иисуса в наших жизнях лично. Прежде всего было столкновение. Во-вторых, дано откровение Богом Отцом через Духа Святого. В-третьих, Петр ответил признательностью. В-четвертых, он совершил публичное признание. Теперь вы можете спросить, и другие люди могут задать вопрос о том, возможно ли подобное откровение сегодня. Возможно, таким людям, как мы, знать Иисуса также реально и лично, как знал Петр и другие ученики, мы должны увидеть два важных момента. Во-первых, Иисус не был открыт Петру как сын плотника. Он бы знал его с этой стороны, если бы узнавал сам. Иисус был ему открыт как вечный Божий Сын. Писание говорит в послании к Евреям, 13 главе, 8 стихе, что Иисус Христос... Вчера, сегодня и во веки тот же. Значит, не может в нем произойти никакой перемены. Поэтому дело состоит не в языке, культуре или одежде, но вопрос вечной личности Иисуса. Именно с этим и столкнулся Петр. Возможно, впервые в жизни он имел откровение о том, кем же был Иисус. Во-вторых, откровение было дано через... Святого Духа. Библия называет Святого Духа Вечным Духом, Духом без времени. Время, моды, история, обычаи, язык, они не меняют Святого Духа. По этим двум причинам равно возможно для вас и для меня иметь это прямое и личное откровение об Иисусе Христе. Оно также возможно как и для Петра. Во-первых, речь идет о вечном Сыне Иисусе Христе, который открывается, и во-вторых, Вечный Дух открывает его нам. Мы подходим к следующей важной практической теме. Если вы положили основания как вы строите на нем. Помните метафоры, которые мы использовали в начале. Мы говорили о здании. Следующей насущной, важной и практической темой является то, как мы строим на имеющемся основании. Я хочу обратиться к притче, рассказанной Иисусом. Она изложена в конце 7 главы Евангелия от Матфея. Хорошо известная притча о благоразумном муже и безумном. Они построили дома, но по-разному. Начнем с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразум, который построил дом свой на камне, скалистое основание или Петра, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Прежде всего, важно видеть, что каждый дом подвергается одному и тому же испытанию. Не было дома, который не подвергся бы проверке. Та же буря, которая ударила по одному дому, ударила и по другому дому также. Я вам скажу, что христианская жизнь идет не без бур. Вы будете проходить через бур. Господь никогда не гарантировал вам, что их не будет. Павел в своем послании говорит церкви, что мы должны проходить через скорби, чтобы войти в Божье Царство. Если на вашем пути нет скорбей, то стоит вопрос о том, ведет ли эта дорога в Царство Божие. Именно об этом говорил Павел, что нам придется пройти через много испытаний, чтобы войти в Царство Божие. Это не тема сегодняшнего учения, чтобы говорить, почему существует испытание. Но поверьте, у Бога есть особая цель в этом. Если сейчас вы проходите через них, то не сдавайтесь. Бог проведет вас через них. Вы обнаружите, что в конце Он взаимодействовал с вами, учил вас тому, что вы не могли бы выучить иначе. Откуда я это знаю? Из личного опыта. Я очень редко преподаю теории. Как же строит благоразумный человек? Очень просто. Двумя путями, услышав и сделав по словам Иисуса и Библии, как же вы можете строить на данном основании, услышав то, что говорит Библия, и поступив так? Не будьте просто слушателями. Для таких у Библии нет обетований. Но будьте слушателем и делателем. Это практика. Это применение учения Библии и учения Иисуса в вашей собственной жизни. И вы обнаружите, двигаясь этим путем, что Бог будет открывать вам все новые сферы, в которых вам нужно использовать истину. Скажу вам, что я был христианином уже 50 лет, и Бог все еще продолжает показывать мне новые пути того, как использовать Его Слово. Новые сферы моей жизни, в которых мне нужно применить Его. Мое здание еще не завершено. Оно строится. Но я благодарен Богу, что оно пережило в порядок будет очень успешно. Есть одна из притчей Иисуса в Евангелии от Луки 6 главе, которая очень подобна, но в ней есть важное дополнение. Буду читать из Евангелия от Луки 6 главы, 46 по 49 стихи. Снова здесь говорит Иисус, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю. Этот вопрос очень и очень важен. Бесполезно звать его Господом и не слушаться его. Сам титул «Господь» обозначает того, кому нужно повиноваться и послушаться. Иисус предупреждает нас о том, чтобы быть осторожными и не исповедовать его устами, сохраняя прежний, неизмененный образ жизни. Далее он продолжает следующей притчей. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне». Почему, когда случилось наводнение и вода подступила к этому дому, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? На скалистом камне. Это Петра а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда вода подступила к нему, тотчас обрушился. И разрушение дома сего было великое. Есть одна важная деталь, добавленная Лукой, и она не упомянута Матфеем. Мне интересно, сколько из вас ее заметили. Сказано, что человек, который хотел положить основание на камне, должен был копать глубоко. Ему пришлось избавиться от многих вещей, прежде чем он смог построить на основании. Это является правдой в отношении многих из нас. Не все, но большинство из нас выросли в номинальной христианской культуре и должны избавиться от многих встречающихся на пути к основанию вещей. Тем, кто вырос вне христианской культуры, также придется избавляться от многих вещей, но они будут отличаться. Хочу предложить вам пять вещей, которые нам нужно откопать, прежде чем строить. Первое — это Традиции. Не все традиции плохие, есть и хорошие. Мы не хотим избавляться от всех традиций, но Иисус говорил к людям Его времени, что они своими традициями превратили Слово Божие в слово неверия. Они верили традициям и действовали на основании них, но не на основании Писания. Исходя из своих наблюдений, должен сказать, что то же самое Иисус сказал бы евреям сегодня. Они своими традициями превратили Слово Божие в бездомное. Действенное. Но не будем смотреть лишь на евреев. Это слово является правдой и о многих других, кто имеет христианский опыт. Мы унаследовали традиции, манеру поведения, наши действия, произносимые слова. Все это не всегда соответствует Писанию. Нам нужно быть осторожными, чтобы проверять. Думаю, что я воздержусь от того, чтобы делать какие-то особые предложения. Поверьте, я много что мог бы предложить. Но второе, с чем нам нужно расстаться, — это предрассудки. Здесь нет ни одного человека, кто бы не страдал от предрассудков когда-либо. Возможно, вы от них избавились. Не знаю. Есть различного рода предрассудки. Расовые. К сожалению, мир сегодня очень наполнен расовыми предубеждениями. Например, в Южной Африке произошло прекрасное изменение. Расовые предубеждения убрали определенных людей из церкви. Это ужасная мысль, но церковь — это не единственная область, где существуют расовые предубеждения. Соединенные Штаты Америки наполнены расовыми предрассудками и многие другие места также. Only... У меня английские корни, и должен признать, что у англичан есть свои been... предрассудки. Я вырос, имея многие из них. Мне пришлось очень глубоко копать, чтобы от них избавиться. British, корни моей собственной семьи индийские. Все мои фобии имеют британскую философию и сформировались в Индии. Помню, мне было 12 лет. Я невинно спросил за обедом, почему нельзя пригласить индийца на обед. Реакция моей семьи была просто ужасной. Я осведомился, какой была для этого причина. А позже я осознал, что это был просто предрассудок — Поверьте мне, я вижу большое количество людей с различным расовым происхождением, но лишь некоторые из вас полностью свободны от всех расовых предрассудков. Есть также деноминационные предубеждения. Многие из нас реагируют негативно на определенные деноминации. Моя первая жена, которая сейчас с Господом, была датчанкой. Она выросла в датской лютеранской церкви. И затем она сделала то, что было ужасным в их глазах. Она была крещена как верующая. По-датски индубы обозначают крещение второй раз. В ее случае, так как она была учительницей в датской государственной школе, ее привлекли к посещению парламента для того, чтобы решить, может ли она оставаться учительницей я должен добавить, что моя жена вела войну с лютеранской церковью до конца своих дней. Я не оправдываю это. Думаю, что это была слабость в ней. Но я понял, что когда я вижу с, с человеком из определенной деноминации, то развиваю отношения против него. Я представляю, какими они должны быть, что должны оставить и в чем исправиться. Опыт научил меня не судить о человеке, пока я с ним не встретился. Я имел общение с людьми из неправильных деноминаций, но они были самыми правильными людьми, которых я знал. А некоторые были с правильным деноминационным происхождением, но были неправы. Пожалуйста, не давайте место деноминационным предрассудкам. Далее, предрассудки социальные. И снова у меня есть пример того, как я вел себя, исходя из социальных предубеждений. Я сам не был даже в курсе того, что имею какие-то социальные предрассудки. Я учился в Итане, Великобритании, а затем в университете Кембридж. Я и понятия не имел, как живет остальной мир вокруг меня. Затем меня выправили в британской армии. Я был там с людьми, с которыми никогда ранее не проводил время. И я стал осознавать, насколько мое знание и знание британского народа ограничено. Я благодарен Богу за такой опыт. Пять с половиной лет я провел в британской армии. Там я был очищен от многих социальных предрассудков. Находясь в семье офицеров, я привык к такому уровню, и когда я вышел из него, то кое-что узнал. Когда ты ведешь людей своего уровня, то они выглядят одним образом, но когда смотришь на них снизу, то они выглядят по-другому. С тех пор я всегда задаю Богу вопрос, как я выгляжу для людей, которые смотрят на меня снизу. Итак, есть разного рода предрассудки. Есть личные. Некоторые не переносят людей с громким голосом. Некоторые не любят людей с рыжими волосами. Есть широкий круг самых глупых предрассудков, которые многие из нас имеют. У меня есть предрассудок против людей, которые э, чавкают яблоками. Я на самом деле борюсь с ним, потому что это <laughs> довольно глупо. Они удалены от меня просто потому, что я не люблю этот звук. Третье ⁇ это предвзятое мнение. Люди имеют абсолютно неверное мнение или взгляд на Иисуса. Добрый Иисус, кроткий и мягкий, являющийся центром рождественской вечеринки. Но это не настоящий Иисус, это абсолютно иного рода личность, шокирующая. Он предрасположен к тому, чтобы устранить наши предрассудки и предвзятости. Есть еще много других различного рода предвзятых мнений в отношении того, кто такой христианин, например, влияние полученного воспитания. Когда я рос, то думал, что если мне придется стать христианином, то я буду нищим всю свою жизнь. Я думал, что рай ⁇ это провести 70 лет на Земле. И поэтому я полностью исключил для себя возможность быть христианином, пока я не встретился с Иисусом. Есть еще кое-что, что очень опасно. Это неверие, и это наш четвертый пункт. Иногда, когда я собираюсь учить, то привожу всех людей вместе с собой в состояние отвержения неверия. Многие из нас все еще остаются в состоянии неверия во многих сферах. Наши разумы не совсем открыты для веры. И последнее, на мой взгляд, самое важное, это пятый пункт, который называется «бунт». Вы можете сказать мне, «Брат принц, я не бунтарь». На самом деле вы таковы. Если вы не обнаружили этого в себе, то продолжите быть таковым. Я не желаю углубляться в теологию этого вопроса, но замечу, что все потомки Адама рождены с бунтом внутри. Мы должны идентифицировать его внутри себя и разобраться с ним. У Бога есть один рецепт против бунтарства, и знаете какой? Смертная казнь. Она не посылает никого в церковь, не учит золотому правилу, не заставляет запоминать писание. Бог просто отправил себя на смерть. Милость Божия заключается в том, что смертная казнь произошла 2000 лет назад, когда Иисус умер на кресте. Наш старый человек был распят вместе с ним. Но нам необходимо прийти в состояние, когда мы можем различить этого бунтаря внутри нас. И тогда мы способны подчиниться смертной казни. Теперь перейду к Библии. Она является для нас важным компонентом христианской жизни. Ей нет равных. Какое у вас отношение к Библии? А? Такое же ли оно, как и к Иисусу, хочу привести вам один отрывок из Евангелия от Иоанна. 10 глава, 35 стих. Я не буду углубляться в контекст, так как это займет много времени, но Иисус сказал: если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писанием. Этот стих имеет огромное значение. В нем Иисус использует два главных титула для Библии — Слово Божие и Писание. Когда Библию называют Словом Божиим, то это значит, что оно пришло от Бога, а не от человека или человеческих каналов, но напрямую оно пришло от Бога. Фраза «Писание» является ограничивающей, оно обозначает, что оно было написано. Бог сказал много того, что не написано. Но мое божественное покровительство, Библия, состоит из того, что сказал Бог, и что требовало быть записанным. Именно этим и является Писание. Оно то, что должно было быть записанным. И в отношении этого Иисус сделал одно радикальное заявление — Писание не может быть нарушено. Можно спорить сколько угодно в отношении выражений в Библии, ее богодухновенности, авторитетом, но Иисус уже сделал окончательное заключение. Его невозможно нарушить. Оно имеет абсолютную власть. Оно будет полностью исполнено. Все, что в ней, будет полностью воплощено. Вы можете противостоять, отрицать Писание, но не сможете его нарушить. На самом деле, если вы отвергнете его, то оно нанесет вам вред. Писание не может быть нарушено. Хочу попросить вас произнести это вместе со мной. Буквально один раз Писание не может быть нарушено. Теперь повернитесь к одному из соседей, глядя ему прямо в глаза, скажите «Писание не может быть нарушено». Хорошо, теперь кое-что стало проясняться. Замечали ли вы высший критицизм, который обвиняет Писание в различного рода смешных фантазиях и заканчивает тем, что называет Библию абсолютно бесполезной книгой? М? Есть одна вещь, которую дьявол желает осуществить в вашей жизни и в моей также, это разрушить веру, авторитет и точность Писания в наших глазах. Но если мы, как Иисус, то мы просто возражаем Ему словами. Писание не может быть нарушено. Вы слышали, что я сказал? Писание не может нарушиться. Следующее, что я хочу сказать, не только Библия есть Слово Божие, но и сам Иисус есть Слово Божие. Подтверждение этой истины в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 1 стихе. Очень знакомый всем стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Эти слова относятся к Иисусу. Он был Словом и есть Слово. Также Иоанна 1,14, и Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины». И мы видели славу Его как единородного от Отца. Когда Иисус родился, мы празднуем Рождество в это время, хотя он родился совсем не в это время, стало Слово плотью. Но Иисус всегда был Словом. Он был им вечно с Богом. И когда Он возвращается, вы знаете, когда Он возвращается? Знаете, каким будет его имя? Позвольте сообщить вам это. Давайте откроем книгу Откровения, 19 главу. Это замечательно. В том смысле, что когда он пришел впервые, то был Словом, и когда он вернется, он также будет Словом. Таков образ Иисуса, спускающегося с небес в славе, чтобы установить свое Царство на земле. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. Итак, он всегда был Словом, все еще является Словом и будет Словом. Отсюда важный вывод. Есть полное взаимное согласие между Иисусом и Словом Божьим. Ваше отношение к Нему показывает отношение к Слову. Вы не можете верить в Иисуса и не верить в Библию. Вы когда-нибудь отмечали этот факт? Иисус является Словом Божьим. Он Слово, которое стало плотим. Библия есть Слово Писание. Ваше отношение к одному должно быть таким же, как и отношение к другому. Есть взаимное и полное согласие между ними двумя. Теперь, подходя к концу, мне хотелось бы обратиться к пяти существенным фактам о Слове Божьем и ваших взаимоотношениях с Ним. Они описаны, в Евангелии от Иоанна, 14 главе, лишь три стиха. Иисус в каком-то смысле прощается со своими учениками, он их предупреждает о том, что ему придется их покинуть, и они останутся одни на какое-то время. Приходит очень драматическое время в жизнь учеников. Они ошеломлены таким откровением. Но посреди всего происходящего Иисус дает удивительное откровение о том, какое значение должна иметь для нас Библия, как для верующих. Иисус сказал «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Иисус делает различие в этом месте между миром, это те, кто не признают Иисуса, и Его собственными учениками. Он говорит, что мир не увидит Его, но ученики увидят Его. Затем Иуда не Искариот, а другой задает ему очень подходящий вопрос. Иуда не Искариот говорит ему, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру. Он сказал так, потому что Иисус ранее говорил о том, что мир его не увидит, но они его увидят. Вопрос состоял в том, как же он явит себя ученикам и не явит миру. Ответ данный Иисусом наполнен важной истиной. В 23 стихе Иисус им ответил, ⁇ Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое ⁇ и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Я хочу обратить ваше внимание на пять существенно важных фактов в ответе Иисуса. Прежде всего, Иисус сказал, что откроет Себя Своим ученикам, а не миру. Как выглядит разделяющая черта между учениками и миром? Ответ заключается в том, чтобы соблюдать Божье Слово. Истинные ученики соблюдают слова Иисуса. Если они не помечены деноминационным ярлыком, то они отмечены тем, как относятся к Слову Божьему. Именно это и помогает или мешает вам быть истинным учеником. Ваше отношение к Слову Божьему, соблюдение Божьего Слова отличает учеников от мира. И в этом собрании сегодня утром здесь все из нас — принадлежат к одной из двух категорий. Если мы ученики, то мы соблюдаем Божье Слово. Если мы его не соблюдаем, то принадлежим миру. Мир не принадлежит господству Иисуса. Вторая истина изложена в следующих словах Иисуса. «Если кто любит Меня, то он соблюдет Мое Слово». Соблюдение Божьего Слова является высшим тестом для проверки любви учеников. Любовь — это мотивация для послушания. Очень важно понимать, что как верующие мы не мотивированы страхом, а любовью. В каком-то смысле законы, десять заповедей использовали мотивацию страха. Если поступишь так, то будешь наказан, но так не действует. Я помогал воспитывать большое количество детей, некоторые из вас могут этому не поверить, но я не буду углубляться в эту тему. Я обнаружил на своем опыте, что когда они находились под моим контролем, как родители, я мог использовать страх, но как только они уходят, если их мотивацией был страх, то они изменятся. Единственное, что может помочь им быть верными и преданными, — это любовь. Бог и Иисус были достаточно мудры, чтобы строить не на страхе, но строить на любви. Поэтому соблюдение Божьего Слова является главным тестом на любовь учеников к Иисусу. «Кто любит Меня, соблюдет Слово Мое». Так говорит Иисус. Любовь — это мотивация для послушания. И затем Он добавляет, «Кто любит Меня, соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его». Еще один замечательный факт — соблюдение Божьего Слова. Причина, по которой Бог Отец любит нас особой любовью. Но Отец ведь возлюбил весь мир определенным образом, но у него также есть другой вид и степень любви для истинных учеников Иисуса, к тем, кто соблюдает Его Слово. Далее у нас был вопрос, заданный Иудой. «Господи, что это? Ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус ответил, «Если кто любит Меня, то соблюдет Слово Мое». Итак, как же Христос явит Себя нам? Ответьте на этот вопрос через Слово. Получается, что соблюдая Слово, мы узнаем Иисуса лучше. У нас может быть великолепный духовный опыт, мы можем быть восхищены на третье небо или куда-то еще, но так не происходит с большинством. Такое проявление не является главным способом Бога открыть себя кому-то. Иисус показывает себя через Слово Божье и, наконец, переходит к удивительному утверждению. «Если кто любит меня, Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Есть лишь несколько мест в Библии, где используется множественное число в отношении Бога. Это место одно из них. Иисус говорит, «Мы, мой Отец и я, мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». Данные слова захватывают дух. Это удивительное, удивительное откровение. Бог Отец и Бог Сын хотят прийти и сотворить обитель с нами. Они желают заключить нас в свои собственные узы. Как же это происходит? Если мы не любим Слово и непослушны ему, Бог не совершит в нас обитель. Позвольте мне сказать следующее. Я поделюсь с вами очень серьезной мыслью. Вы не любите Бога больше, чем вы любите Его Слово. Если вам хочется узнать, насколько сильно вы любите Бога, Сколько места он занимает в вашей жизни, вы можете это легко узнать. Это не что-то, о чем вам следует говорить. Просто спросите себя, насколько сильно я люблю Библию, сколько места она занимает в моей жизни, насколько я люблю Бога, насколько я даю ему место в своей жизни. Позвольте, я подведу итог пяти утверждений по поводу Библии. Они являются ключевыми. Очень много христиан находятся в сумерках. Они не понимают и не знают, что такое свет, а что такое тьма. Они надеются и желают, но на самом деле они не уверены. Причина заключается в том, что они не дали правильное место Слову Божьему в своих жизнях. Я перечислю пять утверждений и завершу. Прежде всего, соблюдение Божьего Слова отличает истинных учеников от мира. Второе, соблюдение Божьего Слова является главным тестом на проверку любви учеников к Богу. Любовь ⁇ это мотивация для послушания. У страха нет такой силы. Третье ⁇ соблюдение Божьего Слова. Это главная причина Божьей любви к ученику. Бог любит своих учеников особым образом. Бог любит весь мир, но к ученикам у него особая любовь. Но учениками являются не те, которых любит Бог, а те, кто соблюдает Божье Слово. Если вы хотите быть особо дорогим для Бога, вам придется соблюдать Его Слово. Четвертое. Через соблюдение и послушание Божьему Слову Христос являет Себя нам. Вопрос состоял в том, как Он явит Себя нам, а не миру. Иисус сказал, что если мы Его любим, то соблюдаем Его Слово, и таким же образом Он явит Себя нам. И, наконец, через Божье Слово Отец и Сын придут вместе, чтобы обитать с нами. Неудивительная ли эта мысль? У меня просто перехватывает от нее дыхание. Бог Отец, Бог Сын хотят сотворить в нас обитель, но они это сделают, если мы соблюдем Божье Слово. Давайте закончим молитвой. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Слово Божие, за Библию. Оно для нас авторитет и непоколебимость. Оно сила для наших ног и свет для наших стезей. Я молюсь, Господь, за всех, кто собрался сегодня, все, кто столкнулся с данным посланием, любым путем, пусть возлюбит Твое Слово. Ты дал нам свою благодать, которая сделала нас способными давать Твоему Слову Библии. Правильное место в наших жизнях, чтобы мы были истинными учениками Господа Иисуса.